Шановні харків'яни, я вновь усім кажу доброго ранку. Знаєте, сьогодні п'ятниця, а це говорю про те, що, як завжди, в нас буде, ну, дійсно, моя улюблена рубрика. Я її так сам називаю «Зоохарків». Чому так? Тому що в нашій студії вже зараз з'явилися представники Харківського зоопарку. Доброго ранку, Жанна та Юра. Доброго ранку. Доброго. Отже, я знаю, сьогодні ми будемо розмовляти про слонів. Це поки що все, що я знаю, тому розповідаю. Слоны, они уникальные животные, не только потому, что это самые крупные сухопутные, но и потому, что это очень интеллектуальные животные. На самом деле еще Аристотель, древний философ, это заметил. На самом деле, долгое время ученые думали и гадали, каким же образом слоны общаются между собой. И вот не так давно ученые из Вены обнаружил, что для общения слоны используют голосовые связки, и у них есть около 500 различных устойчивых звуковых сигналов. То есть они могут общаться между собой. И они разумеют один одного, да, так? Абсолютно понимают друг друга и могут таким образом взаимодействовать друг с другом. Но более того, есть в мире один уникальный слон, который выучил и человеческие слова. Он может говорить «да», «привет», «хорошо», «садись», «ложись», но, правда, на корейском. Действительно? Я не могу себе уявить, я в шоке. Действительно, оно так и есть? Слон? Слон может говорить 5 слов на корейском языке. Более того, так сказать, те, кто с ним работают, утверждают, что слон не просто повторяет, как попугай, да? Он может употреблять эти слова в зависимости от ситуации. То есть вот слоны достаточно умны в этом плане. И кроме того, у них есть, ну скажем так, и какие-то определенные чувства. Например, когда слон погибает, умирает, то слоны собираются своей большой стаей, да, трубят на всю округу. Далее они стараются перекатить тело в какое-либо углубление, накрыть его ветками и землей. И были случаи, когда слоны забирали бивни и некоторые кости и относили его вместо гибели своего собрата. То есть не просто похоронить, но таким образом почтить память. Еще очень интересно, ученые замечали, что слоны некоторые пытались даже хоронить других животных и даже людей. То есть вот у них есть ритуалы, определенные ритуалы, определенные такие вот интеллектуальные способности, которые они проявляют в своей обычной жизни. Более того, слоны, они умны во всем. Даже в уходе за собой слоны тоже проявляют интеллектуальные способности. Об этом вот нам расскажет Юрий. Ага, будь ласка, будь ласка. Значит, да, это правда. Слоны с нами взаимодействуют во время ухода. Наши слоны знают больше десятка команд. Я уявляюся, зараз заходить хтось до зоопарку і каже, там дитина якась там: «О, привіт, слон!» А слон: «Привіт!» І батьки такі попадали усі. Вот, знаете, не нужно недооценивать слонов, потому что слоны, они, конечно, очень любознательны, интеллектуальны и умны, но в то же время слоны достаточно агрессивные животные. Более того, в период гормонального всплеска уровень тестостерона у слона повышается в 60 раз. 60 Поэтому, разів? Да, общаясь со слонами, необходимо быть очень осторожными. Обережно. И в том числе родителям не подпускать близко, потому что мультфильмы, различные фильмы культивируют образ слона как очень такого доброго животного, которое хочет своим хоботом, так сказать, приобнять. И вот это обманчивое мнение. Отже, Юрий, вы знаете слонов, вы с ними спілкуетесь, так? Да. Будь ласка, как это происходит? Значит, для этого мы проводим специально с ними тренинги, то есть обучаем слона подавать ногу, ложиться по команде. Я знаю, у вас есть видео, давайте мы его будем дивитися. Давайте. Так, вы будете, будь ласка. Отже, как это происходит, процесс спілкування с слонами? Прошу. На видео сейчас показано, как слон подает заднюю ногу для осмотра. Вот, он ее положил. Видно руку человека, который бросает за это поощрение. У нас все, никто никого не заставляет насильно это делать. То есть слон с нами взаимодействует по своей воле. Вот ножом расчищается трещина на ноге. В зоопарках у слонов разрастаются сильно стопы и ногти, так как они ходят не так много, как на природе. И они сами не стираются сами по себе. Вот. Это нужно делать постоянно. Сейчас весной, после зимы, как вы видите, за зиму это все поразрасталось, потому что слон находился всю зиму на бетонном полу.
Сейчас располагает даже погода. Они немножко размокли. Материал этот хорошо поддается обработке. Как видите, розовый такой цвет. Это уже срезанная ткань. Угу. Слону это не больно абсолютно. То есть он это делает с удовольствием. Ему очень приятно. Да, да, да. Потом по итогу ему приятно, потому что снимается нагрузка с ног, так как ноготь, который разросся, больше подвергается давлению. Если его срезать, соответственно, у слона наступает облегчение такое небольшое. И ось сколько слон может так стоять, так, там, за часом? Ось він там свою ногу там поставив, і він очікує, так? Він да. Зрозуміє, коли все там закінчиться процес? Во-первых, он поймет, когда все заканчивается. Во-вторых, это зависит от настроения слона. Так, как сказала уже Жанна, бывают у слона периоды, называемые мустом, когда у них в разы повышается уровень тестостерона, и слон ведет себя агрессивно. То есть он может просто не вытерпеть, долго стоять и начать там как-то уходить. А от я навіть не можу розуміти. Ось ви підійшли до слона, ви йому кажете, будь ласка, давай сюди ногу. І він такий, ось, я, це, ну, це не те, що там покормити. Так? Ну, звичайно, там, коли є їжа, ну, усі приходять на їжу, це зрозуміло. Якщо там ну, ще щось, а тут підійти, ну, це ж відбувається там, ну, задом, він стоїть. Там, ну, ось, як, ось, якщо там слон вперше це робить, значить, як його навчити? Є три способи. Работа со слонами в зоопарках. Первый способ – это полный контакт, то есть смотритель заходит вовнутрь. Так, конечно, гораздо легче обучить, но это опасно как для смотрителя, так и для слона. Второй способ, по которому работаем мы – это контакт под защитой. То есть смотритель находится с одной стороны решетки, слон находится с другой стороны. И таким образом мы взаимодействуем. То есть слону со мной взаимодействовать выгодно, он получает поощрение за это. Там какое-либо лакомство, которое он любит. Там, я не знаю, бублики, фрукты, хлеб, что угодно. Ему это интересно, потому что слон проводит много времени в одной и той же клетке. Я пришел на работу, ушел домой, у меня такое разнообразие. А у слона это постоянно такая монотонность. Ну, значит, для, конечно, для него конечно, это конечно. Что-то новое? Конечно, то, конечно. Ему это интересно и плюс поощрение. Конечно, слон заинтересован. И третий? Отже... И еще есть третий способ, совсем бесконтактный. То есть люди со слоном взаимодействуют только введя слона там, в общий наркоз, например. А, вот так. Да, 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 там почистить ноги или провести какую-то процедуру. Наша система позволяет проводить элементарные ветеринарные процедуры без наркоза. То есть если они не болезненные, там, промыть рану, например, если слон поранился, я не знаю, обработать какой-нибудь там участок кожи, осмотреть рот, потому что у слона постоянно меняются зубы. В течение жизни 6 раз. Вот, и бывает такое, что новые зубы уже выросли, а старые еще не выпали. И нужно постоянно смотреть, чтобы не было воспаления, промывать. Как это делать, если слон він, там, ходит куда-то? Нет, точно так же. Слон подходит. Посмехнись, будь ласка. Открывает, забрасывает хобот наверх, открывает рот и стоит. Вот, за это тоже он получает поощрение, поэтому ему это интересно. И... А вот сколько ежи, я разминую, слон – это великая тварина, сколько ежи потребно да, для того, чтобы… Ну, слоны едят очень много, почувствовал. Очень много. Каждый слон съедает больше 100 килограмм, конкретно наши слоны, в день. При этом их кормят 7 раз в день. То есть 7 раз на добу? Да. В течение дня 6 раз и 1 раз на ночь, такую большую порцию. Потому что у них система пищеварения работает так очень неэффективно. И для этого нужно большое количество корма. Вот а что, ну, чем вы их там гудуете? Основой рациона является трава либо сено, ветки, овощи, фрукты. Также входит в рацион зерно, хлеб в основном для перегона мы используем. Ну, также для поощрения можем использовать какие-нибудь лакомства там, в виде бубликов или чего-нибудь такого. Зрозуміло. Я знаю, ну, мені здається, усі знають там з дитинства, що є декілька різновидів слонів. Так, є там індійські слони і ще якісь. А, африканські. А, їх всього два. Так. Три. Три, а третий? Да. Значит, раньше считалось, что слонов два вида, то есть африканский и азиатский слон, то есть он же индийский. Сейчас африканского слона разделили на два вида, то есть саванный слон и лесной слон. То есть они також да, різні, немножко так? Они отличаются. Ну, а в чем разница? Разница в том, что лесные слоны территориально живут немножко в другом месте, плюс у них другая форма бивней,
они меньше ростом, ну так чуть-чуть они визуально отличаются. А ось, якщо порівнювати так африканських та індійських, які з них, ну, більші? Чи вони однакові? Ну, в основній масі африканські слони крупніші. Ну, самці азіатських слонів бувають досягають доволі-таки внушительних розмірів, там, по деяким істочникам, по 7 тонн і більше. А в середньому так десь 5 тонн вес слона. Ось мені здається, от зараз зрозуміло, ну, для мене, так, чому у деяких странах слонов використовують, ну, з ними там не те, що людина спілкується, а взагалі-то вони там працюють разом, так? Тобто слони допомагають у господарстві якось. Тобто, ну, це ж воно йшло там, ну, за історію, так? Ну, тому що зараз вони такі. Да, слони доволі такі виносливі существа, поэтому они использовались ще в древніх временах не тільки для хазяйства, да, для перевозки людей, но и в различных военных целях, для того, чтобы, ну, опять же, как средство передвижения, вот, потому что слон, он на самом деле может и бегать. Его обычная скорость – это где-то 2-6 километров в час, ну, это так называемая ходьба. А звычайно, так? Обычно, так? Да. А также слон может в таких особых ситуациях развивать скорость даже до 40 километров в час. Поэтому вот это такие... достаточно неординарные животные. Вот Юра затронул тему бивней, то, что они различны у африканских и азиатских слонов. На самом деле по бивням можно определить возраст слона. Бивни растут по 18 сантиметров в год. И слоны, так же, как и люди, они могут быть правшами или вшами. То есть в них один может быть довшим, может быть, да. Если, например, слон правша, то у него правый бивень будет короче, потому что он более задействован в его жизнедеятельности. Вот такие вот интересные факты. Если говорить о хоботе, это как бы самая, наверное, так, выразительная... Хобота, самая выразительная часть, то туда может поместиться до ведра воды примерно. И вот я вам расскажу такой секрет. Когда мы готовили видео для того, чтобы сегодня презентовать на эфире, слон, которому, видимо, наскучило обыденное пребывание в вольере, он решил поздороваться с нами. И так очень мило и дружелюбно облил нас водой. Поэтому нужно быть и в этом плане готовым, что слон может поприветствовать вот таким вот способом. А мне кажется, слоны, они полюбляют воду, так полюбляют, возможно, там, якось на себе ее там, ну, там, выкидывать якось, да, так? Да, слоны очень любят воду, они любят купаться, они хорошо ныряют, отлично плавают. То есть наш слон... летом, когда жарко, полностью ныряет в бассейн. Он падает на бок, его даже не видно. Действительно? Это... Да, 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 правда. И сколько часу он может там пролежать? Ну, побольше, чем человек. Тобто, ну, ему все хорошо, все добре, он там может навіть заснуть. Может даже высунуть хобот, сделать вдох, не вставая, опять прятать хобот под воду. А ось все ж таки, останнє запитання в мене стосовно уши. Вони величезні. Навіщо це? Вони служать ще системою вентиляції, тому що системою охлаждення. Коли слон маше ушами, то йде поток воздуха, і таким образом охлаждається слон. Ухо пронизано великим кількістю кровеносних сосудів. І по принципу теплообмінника на кондиціонері, коли він маше ушами, може спеціально смачувати для цього навіть. Знаєте, ми вже чекаємо, усі чекаємо, коли нарешті, так, я розумію, для цього потрібен час, але все одно, коли нарешті Харківський зоопарк знову ж таки відкриється, вже оновлений, так, і ми зможемо усі радіти, приходити та дивитися зовсім на усіх тварин і на слонів також. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Отже, шановні харків'яни, сьогодні ми дізналися, навіть побачили, що слони, вони дійсно дуже-дуже умні, дуже зрозумілі тваринки, і що навіть якщо їм казати, будь ласка, давай не сюди свою ножку, я її тобі там буду якось там чистити, вони скажуть, так, чому б і ні, мені це приємно, тож залишайтеся з нами.